Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня у нас на очереди реакция на песню «I will show you» певицы Эй Ли. Мне ее заказал Нагури, спасибо им большое, моему спонсору Нагури. Эй Ли, ей сейчас 33 года, но, возможно, когда выйдет реакция, скорее всего, уже будет 34, потому что реакцию записываю 26 мая, когда ее выложу, не очень понятно. Там все очень сложно с выкладыванием, слишком много того, что у меня записано и все еще не выложено. Вот, ей 30 мая стукнет 34 года, она родилась в 89 году. Молодец. В принципе, ничего удивительного, она в индустрии, в кей-попе, грубо говоря, где-то с 2011, насколько я помню. Дебютировала в 2012, но в самой индустрии 2011. Она вообще родилась, на самом деле, в Нью-Джерси, в штате, в городе Денвер. И, в общем-то, там сначала занималась музыкой, даже подписала контракт с какой-то компанией, Муза оно называется, независимо, разумеется, и коллаборацию устроила с парочкой певиц, ой, с парочкой артистов, точнее, певцов, насколько я помню, даже с одним рэпером. Потом она все-таки переехала в Южную Корею, там с помощью, по-моему, своего дяди, опять же, немножко по знакомству добилась прослушивания YMC Entertainment, и, на самом деле, поскольку все у нее там было хорошо, она очень быстро получила контракт с YMC Entertainment и дебютировала в 2012 году, повторюсь, с синглом Heaven, «Небеса» или «Небо», неважно как. Я не очень уверен, что эту песню слышал, я уверен, что я точно из Эй Ли что-то слышал, потому что мне она попадала в всякого рода роликах длинных, типа «100 лучших песен», такой-то год. Ну, или там самых популярных на этот момент, на этот месяц. Но конкретно точно я ничего толком не слушал. Прям, чтоб от и до. Так что сейчас у меня будет такой шанс замечательный. Реагирую на песню, повторюсь, «I will show you». Это уже с ее первого мини-альбома, на котором, в общем-то, «I will show» была, можно сказать, заглавкой. И там же присутствовал и «Heaven». Мини-альбом очень популярный. И, в принципе, у нее сингл был, да, базовый, популярный очень. Этот вообще там на третье место поднялся в топе, собственно говоря, корейском, и Гаон, и кей-поп топ-100, что-то в этом роде. Так что да, все у Эй Ли в свое время было популярно, все хорошо. Сейчас, конечно, популярность несколько снизилась, но ничего удивительного, в принципе, человек на арене, на сцене уже, если начинать с дебюта, то получается 12 лет. Это очень круто, заслуживает уважения. До сих пор поет, до сих пор выступает. Вот, как-то так. Ладно, товарищи, перед началом реакции, что я вас попрошу, как всегда, попрошу вас поставить лайк этому видео. И, в принципе, для начала все. А также скажу большое спасибо Ногури, который мне эту реакцию заказал. Сейчас мы будем реагировать на Эй Ли. I will show you. Я тебе покажу. Интонация не та, но вы поняли. 3, 2, 1, поехали. Проверка, идет ли запись звука. Идет. Да, мини-альбом назывался Invitation. Приглашение. Начали с пианино. И со скрипки. Пока грустненько. Ну, чисто по настрою. Она играет какую-то неверную в себе школьницу, очевидно. Надо было сразу посмотреть текст, но посмотрю во второй просмотр, прослушивание. Возможно, речь о том, что она пока что, какая она есть. Это она, видимо, мечтает. Какая неожиданная, приятная смена ритма и все. Я почти наверняка уверен, что где-то я чуть-чуть ее слышал, но именно что чуть-чуть. Буквально классный ритм и мелодия. Ух, огонь. И такие отсылочки, не знаю, к 90-м, к 80-м даже, фиганца. Знаете, по темпу, по ритму чем-то похоже на условия Need a Hero. Ну, конечно. Все падают перед такой красоткой, еще и успешной, на колени. Брысь.
как здесь хорошо, и пианино, и скрипка, и ударные, и все остальное сочетается. И, конечно, песня что-то напоминает, либо ее саму, которую я слышал просто давно, либо что-то еще из старенького американского. Ну, может быть, действительно слегка по настрою Ани де Фьеро, может быть, чуть-чуть. Очень отдаленно. Вот найдет такой успешный и красивый, смотрит на прошлую себя, не уверен. О. Она такая, ну так и быть. Ну хорошо, уговорил. Блин, такое ощущение, как будто что-то на что-то еще похоже, но не могу поймать на что. Может быть, действительно не на саму. Давайте посмотрим, значит, Эли, I will show you перевод, чтобы не мучиться и не переводить им с английского на русский сразу. Ты, наверное, носишь те вещи, что я тебе купила, и, вероятно, душишься тем же одеколоном, что я тебе купила. Прямо сейчас ты, наверное, встречаешься с ней и смеешься, видимо, про другую девушку. Жаль, она тебе так нравится, что пришлось бросить меня. Насколько я должна быть лучше? Неважно, сколько раз пыталась стереть тебя из памяти. Мы провели столько дней вместе. Дни прошлого настолько полны сожаления, что слезы продолжают течь. Но я покажу тебе полностью новую себя. Я покажу тебе более красивую себя. Я не хочу плакать, как дура, на закончившейся любовью. И о тебе, на тем, кто... Ну, это правильно, да, разумеется. Если парень бросил, то шли его нахрен. Я встречу еще более горячего парня. Знаю наверняка, я покажу тебе себя, ту, что счастливее тебя. Не буду грустным без тебя, я не сломаюсь. Парень, тебе лучше быть осторожнее. Я аккуратно сменил прическу. Короче, я не буду все читать на самом деле, но да, девушка рассталась с парнем, я выброшу кольца, что ты дал мне. Я смотрю письма, что ты мне написал. Без задержания привязанности, без сожаления, забуду тебя. Я хочу забыть тебя, хочу стереть тебя. Вот. Ну да! Похоже на Evil Survive, насколько я помню по тексту песни. В общем, неудивительно, наверное, отсылки. Ладно, давайте еще раз послушаем. Меня очень приятная песня обманула, потому что началась как баллада. Я такой, да, голос приятный, мелодия вроде грустная и тоже приятная. Но баллада, ну окей, ладно, не страшно. И тут бумс. В принципе, в начале, да, грустные строчки про то, что парень ее бросил. Да, пока ничего не намекает на очень бодрый ритм композиции чуть позже. Ух. Я прямо себе добавлю плейлист. Цепануло. Я люблю такой настрой песен. Ха-ха-ха. Так-то. Мужика-то не пускают. А тот, который в конце, видимо, и есть более горячий парень. У него заразительная улыбка. Как я люблю старый кей-поп, вы не представляете. С такими вот вайбами. Yeah.
Брось. Не, мне нравится. Фу. Это же разные парни, да? Потому что, честно говоря, здесь я немножко запутался. Или тот же, неважно. Вот они в старую, в старый темп вернули только во время бриджа. А может тот же, я не понимаю. Тоже мне напоминает. Опять же, может еще раз эту песню. Какая милота. Если кто кому-то еще что-то напоминает, напишите обязательно в комментариях. Вот помимо, разумеется, самой этой песни. Теперь мне стало интересно все-таки вот парень-то тот, не тот, а... Ну, вообще, скорее, тот все-таки. А, нет, это какой-то другой, да, товарищ? Очень хороший переход, прям вообще кайф. И Эли такая красивая-красивая, уверена-уверена. Не, вроде тот же. Окей, видимо, он пришел в себя, стал хорошим и справился, да? Да. Наверное, она его простила в итоге. Окей. По поводу клипа месседж, допустим, не обязательно правильный, да, что давайте его простим, раз он, не знаю, долго упрашивал. Допустим. А по поводу текста мне месседж нравится. Мне вообще такого рода песни нравится. Мне гораздо больше подходит «Меня бросили», тогда я стану еще лучше, еще красивее. И да, он мне недостоин, но я все равно стану еще лучше, еще красивее, еще увереннее, найду кого-то еще, в итоге в кого-то еще влюблюсь, гораздо круче, чем он, и пусть он пожалеет, пусть ему будет завидно. Мне такой месседж гораздо больше, честно говоря, подходит под, чем месседж типа «я это клевое, мне плевать». Окей, нельзя говорить, что я клевый, на мой взгляд. Можно, конечно, но всегда можно быть еще лучше в чем-то, неважно, во внешности, в, господи, не знаю, в учении, в чем хотите. Всегда можно быть еще лучше. Никогда нельзя говорить, я достаточно хороша. Нет, нужно, на мой взгляд, стараться всегда, потому что иначе, если вы перестанете стараться в чем-то, повторюсь, неважно в чем, то вы этот навык, неважно в чем он стоит, быстро потеряете. Вот, как-то так. Так что мне такой месседж знаком. И вот, как-то так. Да, ладно, что-то я ушел в какие-то другие стороны. Товарищи, напишите, что вы думаете об этой песне. Спасибо большое Нагоре за заказ. Песня классная. Я песню добавляю себе в плейлист. Она прям вот то самое, что я люблю в кей-попе старом. Клип красивый, девушка красивая, танцы зажигательные. Она такая жизнерадостная. Инструментал чудесный, вокал отличный, все хорошо, прям вот все как надо. Еще и такая классная обманка, когда вначале начинается как баллада, а потом к этой балладе возвращаются только во время бриджа, и все. Круто, молодцы. Все. Всех благодарю. Поставьте лайк, подпишитесь. И спасибо всем, кто меня поддерживает на Boosty, в особенности на Гуре.